Сюжет аниме начинается с того, что девушка ищет великого аса. И, кстати, в этом аниме про миром правят цифры. Опенинг. Привет, сегодня я расскажу про такое интересное аниме, как «Грабитель». Аниме вышло в жанрах экшен, эти, фэнтези, приключения, сёнэн. Сюжет аниме начинается с того, что девушка ищет великого аса. И, кстати, в этом аниме про миром правят цифры. Опенинг и эндинг довольно приятно слушать, а также наблюдать за персонажами. Довольно приятно. На этом все. Всем пока, увидимся в следующем видео.